США в Калифорнии, рядом с городом Охай, вода хлынула через плотину. После сильных штормов и ливней плотина переполнилась, и вода хлынула через край. После чего мощные потоки воды хлынули по каньону Матилия к северу от Охай. Жители остались без электричества. Шериф округа Вентура эвакуировал более 70 человек на вертолете. Новые штормы, обрушившиеся на Южную Калифорнию, смыли часть дороги возле Охай в воду. Водителям пришлось остановиться, они заметили, что дороги перед ним просто нет. Чиновники со всего штата заявили, что по меньшей мере 18 человек погибли в результате шторма, обрушившегося на Калифорнию на прошлой неделе. По словам Брайана Фергюсона, представителя управления по чрезвычайным ситуациям штата, более половины из 58 округов Калифорнии были объявлены зонами стихийного бедствия, и устранение ущерба может стоить более 1 миллиарда долларов.